Всем привет! И снова мы открываем ящички с трупердой. Накопилось у меня за 28 сезон небольшое количество ящичков. 40 вот таких вот ящичков у меня еще есть, сундук охотника. 40 вот таких вот еще ящичков есть, весенний фест. По идее, здесь должны выпадать жетоны, за которые потом можно покупать в магазине для этих жетонов. Скины, там танцы и все остальное. Тоже весенний фест. Вот такой вот ящичек один я случайно открыл. Что-то затупил во время стрима и открыл. Здесь была вот такая вот шапка модная. Вот здесь, в принципе, можно будет сделать. Ну и билетиков маловато у меня в этот раз. Чуть-чуть можно будет докупить, чтобы количество ящичков было у нас ровное. 4 вот таких билетика есть, которые можно открывать вот сразу. Почему столько мало? Потому что в батл пассе в 28 сезона все заточено под вот этот вот жетонный весенний сезон, ваучеры весенний сезон и вся фигня. Как бы вот я прокачался, больше я уже не получу ничего за бесплатно. И смотрите, сколько вот бесплатно я получил. Сейчас посмотрим. Вот этот весенний сезон. Аж 400 штук. Ничего себе, сколько у меня жетончиков много. Что же я на них могу купить? Сколько много, ни хрена. Не, ну что, можно вот такие тут лоховские танцы купить. Потом вот такие вот скины можно купить. Рожи странные. Ну и по 100 жетончиков граффити. Мне интересно, их кто-нибудь покупает, эти граффити? Ну вот ящик за 200 можно купить. Чтобы жетончики выпали. Круто, да, купить ящичек за жетончики, чтобы выпали жетончики. Железная логика. Ну да ладно, хватит свистеть. Давайте переходить к открытию труперды. Как обычно, начинаем с ящичков с кредитами. Так, давайте запомним, сколько у меня сейчас есть кредитов. У меня сейчас 4342. Ну, чтобы потом узнать, сколько же мне кредитов выпало с 167 ящичков. Ну и давайте, поехали. 15, 15, 10, 10, 5, 10, 10, 10, 20. Нормальный, только бонусом ничего не выпало. Следующие 10. 20, 15, 15, 15, 10, 5, 5, 5, 20. Ну такое, какие-то лоховские труселя и каска первого уровня. Такая карбона, не карбоновая, какая-то серая с зубами. Следующие 10 ящичков. 10, 10, 10, 15, 20, 20, 20. Ну тоже такой средненький. Лоховская какая-то безрукавка с цепурами, с непчисверёвками, с какой-то хренью. Туна какая-то и вот такая шняга. Такая шняга у меня есть. Лучше бы выпала прозовая, то было прикольно. Следующие 10. 15, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15. Корова, по-моему, у меня есть. Хрень, короче, полная. Следующие 10. 10, 15, 20, 25, 10, 10. Ну, такой средненький. Печики лоховские, перчик красная. Мотоциклетные костяшки защищены. Сенсорными пальцами вообще-то. Про между прочим, принимаем. Следующие 10. 15, 15, 5, 15, 10, 10, 10, 15, 20. И 6 ключиков. У меня ящиков сейчас мало. В принципе, 5 ключей уже есть. Так что вот такое себе. Но это не ключики, это кусочки ключиков. Следующие 10. 10, 20, 20, 10, 15, 15, 15, 20. Ну, хорошенький. И рюкзачок такой олитивенький. Ну, нормально, фиолетовый, прикольно. Принять. Следующие 10. 10, 15, 5, 5, 15, 15, 5, 20, 15, 10, 15. Три кусочка и лоховская рубашка. Модная. Ну, такое потянет. Следующие 10. 5, 20, 20, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 15. Нормальный ящик. О, лифчик разгрузка. Какая-то там веревочка. И ортопеды такие. Нормально. Следующие 10. 20, 5, 5, 20, 15. 20, 15, 5, 15, 10. Ну, такой средненький. Что тут бонусом? Ёли-пали. Какие-то труселя черные с черными колготками. И отдельно колготки черные с ортопедами. Ну ладно, пусть будет. Следующие 10. 10, 10, 20, 10, 20, 5, 10, 10, 20, 15. Нормальный такой, средненький, но потянет. Без бонусов, кстати. Следующие 10.
15, 15, 5, 10, 10, 10. Ой, такой хреновенький и без бонусов. Второй раз, кстати, без бонусов. Следующие 10, 15, 10, 5, 5, 5, 5, 15, 10. Тоже какой-то не очень. Ой, что это за синие тапочки, блин, с веревочками и три кусочка ключика. Принимаем. Следующие 10, 10, 5, 15, 20, 20, 15, 20, 20. Нормальный. О, это вот прикольно. Лем-олень 3 уровня. Куртка модная, кожаная. 3 штуки. Так, принимаем. Следующие 10. Надо 20, 20, 25, 5, 10, 10, 10, 20. Ну, такой у себя. А там еще бонусом есть. А такой у нас уже был. Следующие 10. Последний, кстати. 10, 15, 5, 10, 20, 5, 5, 5, 5, 5, 15. Такой себе, ну, парашют прикольно. Да, у меня там 3 штуки, наверное, крашеных, и больше нету. Будет 4-й крашеный. Эпический GPC-22. Круто. Да тут скрафти точно. Принимаем. Ну и осталось 7 штук. Сначала 5, 15, 5, 15, 10, 20. Ну, такое себе. Без бонусов, без нихрена, видите, когда 5 открываешь. Ну и по одному давайте. Трупер, да? Ну, нормально. Ну и что у нас там по кредитам? Сколько у нас стало? 6357. И кредитов нам прилипло 2115. Ну, такое себе, со 167 ящичков могло бы побольше прилипнуть. Хотя бы там около 3, но что есть, то есть. Давайте откроем вот эти вот 40 ящичков. Весенний фест, который, может, сейчас мне жетонов весенних насыпется. Я там что-нибудь нормальное возьму, там скин на эмку, который можно модифицировать. А то ж у меня ни хрена не выпадает с этих вот ящичков с билетов, где скины наружку. Ладно, открываем. 1-1-1-1-1. Круто. 1-1-1-1-1-5. Зачепись, сука, бонусом 5 выпало, половина, блин, того, что повыпадало тут 1-1. Круто, вот это вот круто сыпятся жетончики весенний фест. Да, кстати, забыл сказать, что частей ключей у меня всего-навсего выпало 12 штук. Такое себе тоже. Давайте примем. Ну чё, опять 1-1-1-1. Делайте ставки, господа. И я думаю, что будет опять 1-1-1 и бонусом там чуть-чуть больше выпадет, чем 1. Открываем. И 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. 3. Оба-на! Я выиграл. Не знаю, на что вы ставили, я выиграл. Моя ставка сыграла. Я сказал, что будет везде 1-1 и чуть больше 1 будет бонусом. Вот чуть больше 1-3. Следующие 10 ящичков, ну как думаете, 1-1 или не 1-1? Я думаю, что и здесь будет 1-1-1 и бонусом чуть больше. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Ух ты, ёхарный бабай, немножко не угадал. Здесь аж бонусом у нас 10 выпало. То есть как бы в бонусе то же самое, что без бонуса выпало. А прикиньте, если бы вы открывали по одному, то вот 1-1-1, да, вот 1. Без бонусов. Так что лучше открывать их по 10 штук. И такие вот у нас модные штанишки красные. Применяем. Ну и 1-1-1-1-1-1-1. И бонус чуть побольше. Открываем. 1-1-1-1-1-1. 1-1-1-1-1-1. 5. Ёпты, да я Ванга. Видали, как вангую? 3 раза предсказал результат. Надо, наверное, идти в казино мне играть. Буду бабки заколачивать. Ладно. Руфлили и хватит. Пошли дальше открывать ящики. Вот один у меня еще вот такой вот модный есть. Интересно, сколько с него выпадет. Но это у нас был просто с трофеями. Это у нас элитная посылка. А это у нас ящик с трофеями. Ни хрена не въеду. А, тут события, тут просто. Ладно, открываем. И... Угу. А тут еще могут быть скины. Стоящий цыплен. Вот такой себе. Вернее, не скин, а оттиск. Ну и давайте уже эти ящички откроем охотниками. Открываем. Немецкая шляпа с очками сварщика. Ну ладно, тем 2 уровня пусть будет. Открываем 2 ящик. Да, панк-рок ни о чем. Ортопеды, блин. Кеды вообще написано. Кеды, порезаны джинсы, 3 полоски. Кудась там, не помню. Привет, у меня еще такой. Давайте откроем последний ящик. Снеговичок.
А у меня вот не помню, или голова от снежка есть, или что-то такое, но пусть будет. Давайте посмотрим, что у нас тут понасыпалось мне. Вот он наш снеговичок, посмотреть. А еще и с танцем. Но а низ-то где? Тут же будет внизу все задувать, снег попадать и все такое. Ладно. А у меня какая-то хрень была. Или голова отдельно, или что-то такое. Ну, ортопеды. И смотреть их нехрен. Травка. Ну, можно сделаю. Вот это давайте посмотрим. Наборчик. Ой, мама дорогая, что это за хрень? Не наш фасон. Мы такое не носим. Штанишки красные. Ну, штанишки еще такие вот. Сдалека видать их будет, но по приколу можно сделать. Парашютик сделаем точно. Даже прямо сейчас сделаем. Так, парашютик мы сделали. Дальше шлем, ну, такой себе, еще и 2 штуки, нафиг не надо. Курточка, ну, прикольная, возможно, сделаю. Этот шлем 3-й, ну, возможно, тоже сделаю. Это точно не буду, это не знаю, это точно нет, это тоже точно нет. О, это, наверное, набор. Это вот перчатки и штанишки с одного, наверное, набора. Нет, красная новая, там красная ведьма, не с одного. Рюкзачок можно будет первый сделать. Это хрень полная. Давайте даже посмотрим. Ой, а что там? Тип 70-х. Во, лифчик. Заячьи ушки. Прикольно, лифчик. Разгрузка. Лифчик еще он прикольный. Даже вот можно даже вот таком вот с этим можно даже по приколу побегать. Что еще у нас тут выпало? Чечики у нас такие уже были. Что-то какая-то коробка была. Ладно, сейчас посмотрим. Это хрень. Красавчик. Да? Красивая, что песня. Да, в принципе, можно вместо юбки носить, еще лифчик был бы белый. Так у меня лифчик что-то черный тут у нее. Или то просто эта майка снизу такая черная. Ну да, там вот с этим самая майка черная. Ну и что еще? Ну это такое у меня аж 2 штуки, их надо разобрать. У меня такой есть создан. Вот фиолетовый не попадает, все розовый. Так, посмотрим. Ой-ё, они завышенной талии, не люблю я. Ни штаны завышенной талии, ни порты. Штука прикольная. Можно даже прямо сейчас крафтить. Сколько он там стоит? 600. Так, а, у нас другая коробка. Это у нас белая коробка. Написано черт. А это вот коричневая коробка у нас. У нас коровки тут. Бычки, коровки. Вот еще один бычок, третичок. И что-то у меня тут... А, низ был снеговика. Внешний вид у нас. Ну, движение. Ладно, чуть-чуть немножко отвлекся. Продолжаем разговор. Вот давайте на фесте. Аж 63 жетончика. Круто! Даже не знаю, что мне тут и выбрать, да? Вот. Я хз. Может, вот такую трупердом. Ну, или такую. Какая модная труперда. Ну, в принципе, как бы дергается более-менее нормально, но музычка что-то такая. Ладно, хрен с этой всей фигней. Переходим к интересному. Ща будем выбивать скин на М-ку. Вот такой вот модный. Улучшаемый. Ща как выбьем. Первого раза. Сколько у меня вообще ящичков получается открыть? 12, 4, 15. Давайте 17 сделаем. Давайте 5 билетиков купим. Итого, 17 сейчас ящичков откроем и посмотрим, что же нам выпадет. Итак, давайте, поехали. И золотой сразу, ёпты, сейчас будет у меня М-ка, смотрите, М24 имею. Ну, как обычно, какая-нибудь труперда, но не М-ка. Ладно, берил так берил, хрен с ним. У меня такого не было. У меня, по-моему, прикольный сейчас. Открываем следующий. Не золотой. Как так-то? Полимеры! У меня ж вообще не было ни разу полимеров, теперь будет. Ладно, открываем еще один. Полимеры или нет? Нет, не полимеры. Мутант. Ладно. Открываем следующий. Последний модный билетик. И... опять немка, да что ж такое? О, да вообще! Такого лома у меня еще не было с такими вот полосочками фиолетовыми. То это ж писец какой скин редкий. Да, ну давай теперь за обычный билетик. Полимеры опять. Как мне не хватает полимеров. Еще давайте, давайте еще полимеров. Спасибо, спасибо, игра. Спасибо, что ты меня слушаешь. Очень большое. А еще давай, давай, третий раз. Ну, третий раз же сделаешь мне же полимеры или нет?
Ну, тюка не полимера. Ладно, хватит херней страдать. Никакой мне МК не выпадет здесь. Еще тут 30, хоть 50 их тут потрачу. И остался тут один день вот с набора этих скинов. Нет здесь никаких улучшаемых. Здесь тоже пачка полимеров. Да. Но здесь вот есть такой вот прикольный вектор. И вот такой вот прикольный вектор. Попкаёшка на метле. Остальное хероборина полная. Хоть вот М24 есть такая модная. Вдруг выпадет. У меня на 24 скина нету. Вот такой вот с бабкой ёшкой на метле на АВМ. Так, ну чё, сомневаюсь, что выпадет мне вектор. Но я думаю, что вектор быстрее мне выпадет, чем улучшаемая М-ка 24. Давайте, поехали. 10 оставшихся ящичков здесь откроем. Открываем. Хрен, не вектор, ладно. Второй берил, пусть будет. Гроза, ну ладно, пусть будет с тигрой. 500 полимеров. Да вообще, я сейчас обкончаюсь от удовольствия. Ладно, следующие 10 ящичков. Угу, трупер, да. Еще. Ага, ну погнала трупер, да. Следующие, наверное, ящики можно не открывать. Будет вот такая вот всякая херня. Что ты со мной делаешь, игра? Это ж вообще писец какой-то, бля. Это какой 6-й или 7-й раз мне полимеры выпадают? Это ж вообще, это ж писец полный. Вторая сафари. Да писец, ой, бля. Ну вообще все, 10-й раз кончаю, бля, это писец просто, ну. Игра, что ты со мной делаешь? Засыпала меня полимерами прям. Какая классная труперда. Всю жизнь про нее мечтал. Ну, короче, я понял. 5 ящичков выпадает более-менее нормальных, а потом начинает сыпать всякую уйню и труперду. В принципе, на другое как бы и не надеялся, но... А вдруг думал? Хрен тебе, а не вдруг. Давайте внешний вид посмотрим. Это убожество какое-то, блядь, серое. Вот такое вот было белое убожество, теперь будет серое убожество. Гроза, поверни. Новая гроза прикольная, но еще раз повторяюсь, какой-то не знаю раз, вот эта гроза вообще труперда, убожество серое. У меня какая-то другая гроза стоит. А, так у меня такая гроза есть, ёкарный бабай. Так она у меня что-то, она точно такая гроза стоит. Вообще, перебора полная выпала у нас получается. И, сука, я сбил все. По-моему, вот этот вот у нас еще был берил. Да, последний выпал с тигрой. И такой вот бью у нас желтый. И вот такой вот мутант. Остальное все херобора, которая у меня есть, повыпадала. Такая вот у нас есть тигры, не с тигрой. М-ка. И вот такая вот рупердовая СКС. А у меня сейчас вот стоит вот такая вот модная М-ка. Это такая ядовитая. Ну давай ядовитую поставим. Это у меня СКС-ка сейчас стоит. Вот есть такая зеленый пиксель, есть вот такая вот белая, а есть немножко другая. Ну, короче, блин, редьки не слаше, ну пусть будет такая. Пипехи! Один пипеха. Два пипеха, с двух рук буду стрелять. Серая неожиданность тоже, такие вот классные кины. Такая, может, была серая неожиданность? Нет, у меня вот такая вот была неожиданность. И как бы у меня вот такой вот юзи, да, вот он, у меня такой юзи есть. У меня 4 белых, 2 таких вот непонятного цвета, 2 красных и 1 синий. Круто. И лом. От лома нет приема. Но у меня вместо лома стоит вот такая вот шняга, так что мне лом этот нафиг не нужен. Ну что, в этот раз, конечно, отборнейшая труперда мне выпала. Оттиска, там ни танец никакой не выпал, тоже хрень полная. Кредитов мало, вины вообще ни о чем. Ни одного нормального не выпало. Зато полимеров насыпалось. Где тут она? Количество полимеров показывает. Почти что 6000 полимеров у меня. 6 чертежей. Чего только нет. Улучшать только нечего. А так чего у меня тут только нет. Да. Труперда отборная на любой вкус, какая хотите есть. Так что, если нужна труперда, не стесняйтесь, обращайтесь. На этом, в принципе, как бы все. Кому понравилось видео с трупердой, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения про стримы и про новые видосы.